Приветствуем вас, как всегда, любители электротранспорта. Сегодня мы рассмотрим карбоновый электровелосипед. Называется он BoxOn. Производитель Denzel. В принципе, по сравнению с другими электровелосипедами, стальной рамой там и алюминиевый, он гораздо легче, реально. Что у нас здесь есть, давайте посмотрим. Конечно, как всегда, прокачка от Skybike. Здесь стоит мотоциклетный набор функций. Значит, смотрим. Рекуперационный тормоз. Это у нас гудок. Поворотник лево-право. Свет. И отключатель, блокиратор тяги. Дисплей, на котором выводится скорость, дистанция. Что там у нас еще может быть? Ну, всевозможная информация. Да, напряжение, остаток заряда и так далее. Естественно, механический звоночек и переключение скорости, плюс и минус. Это у нас круиз-контроль. Да, это круиз-контроль. Как всегда, вилочка передняя вулкана настраивается. Очень удобно, прошу заметить, очень удобный короб для аккумулятора. Он съемный, можно снять, отнести и заряжать его. Амортизатор масляный для внедорожной езды. А мотор-колесо у нас на 2 киловатта.